Всем привет. Решил записать видос с солнцем под золотым. Обычный у меня есть. Осторожно, граната! Только на 5 дней. Граната пошла! Граната! Давайте через верх зайдем. Не смогу понимать, эти люди. Граната! Почти троечка, ребят. Осторожно, граната! Граната пошла! Сори, ребят, но этого парня надо кить. Он 1 на 8 идет. Граната! Так вот мы кошки в голову заехали. Надо было задание брать. Но он сам лучше, свой звонок. Граната! Молодец, парень. Сколько их там было? Бедный мой урон, жалко его нет. Так бы забрали все шкуру. Кидаю гранату! У меня кончились патроны. Так. Вот одного, ребят, не понял, но нет у вас оружия. А зачем вы бомжуете чужое оружие? Ну раз, допустим, взять.
Во. Ой, как хорошо. Это гренадер. Замечательно просто. Вышло. Вот это граната пошла! По нему урон не идет, ребят, поэтому нагнетатель. Что это сейчас было, ребят? А, то есть он меня убил, еще и вылетел. Ого. Опять не гренадер. Ну сейчас, ребят, секундочку. Одну секундочку. Все, я здесь. Идем дальше. Граната! Ох, верховой, а. Граната! Троечка, ребят. Дела, черт с ним. Граната пошла! Крушитель, ребят! Вот так! Ай-яй-яй! Крушачок! Отлично. Макс, вот, читайте сами, видите, как его бомбануло. Вот посмотрите, ребят, всю игру сидел наверху. Тебя бомбануло, чё ты бомбишь? Нечего было наверху сидеть, что я тебе могу, дружок, сказать. Видишь, спустился. Кидаю гранату. И начал принимать на ротан. Ничего не могу сказать. Все, ребят, осталось. Осталось на 30 секунд. Кидаю гранату! Я вот сюда было бы, ребят, отлично зайти. 34 фрага. Ну такое. Кидаю гранату!
Вот так вот, отлично. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.